В воскресенье в Самарской области ясное и облачное небо. Местами пройдет небольшой дождь. Температура днем плюс 19, плюс 21 градус, ночью 11-13 выше 0. Ветер преимущественно северо-западный, скорость 6-8 метров в секунду. В Сызрани облачно, днем плюс 21, ночью плюс 12 градусов, северный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти ясно, температура воздуха днем плюс 20, ночью 13 градусов выше 0. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. В Самаре ясно, днем плюс 20 градусов, ночью плюс 12. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 37%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.